Дорогая, я забыл тебе сказать. Венера. Венера! А где яйца? Чудесный день представляет. Я... О, нет! Что я натворила? Венера, где ты была? Почему ты не охраняла яйца? Бронз, я услышала, что кто-то зовет на помощь. Голос был совсем рядом и... И кому ты помогла? Никому. Я подошла к тому месту, откуда доносился крик о помощи. Но там никого не было. Видимо, это чья-то злая шутка. Или план... Бронз, ну почему я такая глупая? Прости меня. Я не уберегла наших детей. Что я за мать? Я так виновата. И не знаю, что теперь делать. Я не заслуживаю прощения. Успокойся, Венера. Мы отыщем наших детей. Бронз, я... Ты вправе оставить меня и уйти. Не говори глупостей. Мы семья. Я очень люблю тебя, Венера. Мы справимся со всеми трудностями. И наши детки будут с нами. И перестань винить только себя. Мы оба виноваты. Оставил тебя одну и ушел заниматься своими делами. А значит, и исправлять ситуацию будем вместе. Давай больше не будем тратить время и пойдем к Тирексу. Все ему расскажем и решим, что делать дальше. У меня быстрее получится все доложить вожаку. А вы пока осмотрите окрестности. И почему он всегда подслушивает? Тирекс! Тирекс! У меня плохие новости. Нет, что случилось на этот раз? На нашу долину снова кто-то собирается напасть? Хуже. Кто-то украл твоих еще не вылупившихся внуков. Не понял. Чего тут непонятного? У Венеры пропали яйца. Она отошла ненадолго, а когда вернулась, их нет. Что значит отошла? Тирекс, успокойся. И я тебя очень прошу, не ругайся на Венеру. Сейчас, думаю, она и сама все понимает и места себе не находит. Ей сейчас нужна наша поддержка, а не осуждение. Согласен, но не уверен, что смогу держать себя в лапах. Но буду очень стараться. Идемте. Давайте здесь передохнем, а то что-то лапа у меня болит и дико есть хочется. Вы идите на охоту и принесите еды, а я буду охранять яйца. Как скажешь, брат. Ох, и развернусь я в долине динозавров.
Это станет самым прекрасным местом для хищников. А я буду править всеми и захватывать все новые и новые территории. Мы еще не захватили долину динозавров, а ты уже корону примеряешь. Брось, Хэл, она уже почти наша. Ладно, пойду посмотрю, как дела у карнотавров. Иди, иди, пока ходить можешь. Спишь, значит? Только на минутку прилег. А так я охраняю яйца. Да ладно, расслабься. Как у вас все прошло? Все по плану. Забрали яйца. Никто нас не видел. Отлично. Только у меня вопрос. Где второе яйцо? Второе... Ну, оно было, но потом... Хватит мямлить! Отвечай четко и ясно! Вы что, забрали только одно яйцо? А второе не смогли? Что ты, что ты? Мы забрали оба. Но два моих брата были такие голодные, что одно яйцо съели. Ха-ха! Сделайте то же самое и со вторым! Зачем ты соврал? А что я должен был сказать? Что я уснул и прошляпил яйцо? И понятия не имею, где оно. Марк бы нас на кусочки за это порвал. Все равно это было подло с твоей стороны. Сам проморгал яйцо, а свалил на нас. Да ладно, не злитесь. Все же хорошо закончилось. Давайте лучше подумаем. Что делать с оставшимся яйцом? Нам же сказали его съесть. Все распределяемся и идем искать. Обыскиваем все внимательно. Венера, оставайся здесь. Папа, я... Только не вздумай сейчас спорить со мной. Хорошо. О, Бронз! Какая неожиданная встреча! У тебя очень взволнованный вид! Что тебе здесь надо, Хэл? Как-то невежливо с твоей стороны. Может, я хочу помочь тебе в поисках твоих еще не вылупившихся детишек? Что? Так значит, ты украл их? Что ты? Не кипятись так. Ты же знаешь, я таким не занимаюсь. Но я могу сказать, кто это сделал. Кто? Марк. Он решил стать хозяином долины динозавров. Удачи, Бронз. Пора вздремнуть. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.